На подобную конференцию сотрудники учреждений культуры, а с недавних пор и работники отрасли физической культуры и спорта, собираются раз в 5 лет. Здесь они подводят итоги деятельности профсоюза, говорят о переменах, о привлечении молодежи в свои ряды, о новых методах защиты своих прав и интересов. На этот раз делегаты еще и переизбрали председателя. Данный пост единогласно решили оставить за Валентиной Мажухновой, которая занимает его последние 22 года. Мы занимаемся и спортивными мероприятиями, и культурно-массовыми, выделяем путевки и курсовки для членов профсоюза отрасли. Поэтому материальную помощь оказываем, оплачиваем медицинские услуги. Сейчас нужно вступать в профсоюз, потому что только объединившись, мы можем защитить свои права.